Так, ребят, всем привет. Продолжаем играть за дальнобойщиком на Аляске. А в общем, новый день. Новый день. Грузовик я отремонтировал. Сейчас давайте покажу. Мне подсказали тут. Спасибо за подсказку, ребят. Подсказали, как тут ремонтировать надо. Нужно было вот здесь радиатор, да. Тут все рядышком, и можно не все увидеть просто. Вот здесь радиатор. И вот здесь вот. Сейчас покажу. Вот так раз. Блин. Такая мини-игра с чекпоинтами какими-то еще тут. Нужно это все попасть. И тогда идет прокачка. И все отремонтировалось. Так, теперь посмотрим водителя. Смотрите, у меня навыки прокачались. Теперь я могу открыть мастерскую. Вот здесь я механик как раз за счет этого и прокачал до конца. Так, давайте. Грузовая мастерская позволяет построить в штабе мастерскую. Это шиномонтаж. Давайте вот, вот это вот. В первую очередь откроем. Теперь я смогу, я так полагаю, купить ее, да? Сейчас, секундочку, посмотрим. Здесь-то еще, наверное... Нету, надо нам купить ее, да, за деньги. Пошли посмотрим. Денег у меня на счету 38 тысяч. Блин, было бы здесь прикольно, чтобы если я здесь сюда бы заезжал, но не знаю, может быть в другом месте это будет. Садимся, включаем компьютер. Так, управление штабом. Мастерская. Диагностический модуль 5000. Грузовая мастерская добавляет диагностический модуль. Ну давай поставим. Сколько он стоит? 5000, да? Я могу его поставить? Нет. Или это следующее улучшение? А, требования. Так, ладно, пока тут еще не совсем понятно. Ладно, выходим. Где это у нас находится-то? Это не здесь у нас. Нигде я хотел. Жаль, что именно не здесь. В другом месте, да? Шиномонтаж потом. У меня что плохо? У меня топлива мало. Очень мало топлива. Просто я могу... Где-нибудь тут... Заглохнуть... Да, приборы не буду включать, наверное. Где это у нас? Вон там, да? Нет, это не здесь. Это вон там. Давай заедем. Используйте рожок, чтобы попасть внутрь. Я автоматом сюда перелетел. Но, блин, это не совсем интересно. Я хотел заехать сам, так было бы прикольней. Так, поднять. Пробуем. И... Смотри, поддон картера. Да, что тут еще можно? Здесь мы только поддон картера. Изучено. Изучено, мы только пока изучили. Нагреватель. Не требует ремонта. Вот здесь так все проверяем, да? Ну, пока здесь. Никакие мосты, ничего тут, колодки, ничего пока. Ну, пока нет, вот так вот. Давай проверим, тут немало ли что-то добавилось, может быть, какой-нибудь канистра с топливом, может, какой-нибудь. Надо все проверить. Мало ли. Ну, ничего такого нету.
Так, не, ну жаль, что все-таки отдельно нельзя поднимать, чтобы вот автоматом сюда не залетало, все-таки. Чтобы выйти, используя ворота, чтобы выйти из мастерской. Ворота использовать? Да, я понимаю, что ворота, а как их открыть-то? Ты мне дашь открыть-то? В смысле, используя, говорит, ворота, чтобы открыть. А каким образом-то я ворота должен открыть? Тут нету, только поднять. Чего-то я пока не пойму, как эти ворота активировать-то. Тут нет ничего такого, да? Но это ящик для инструментов. Воздушный фильтр, кстати, тут есть. Так, сейчас будем разбираться. А, во, смотри, ребят. Тут вот так подходишь. Блин, ну вы разработчики, ну сделайте просто вот кнопочку здесь какую-нибудь красного цвета, чтобы понятно было, что к ней подойти. Вот. Блин, сделали как-то вот серьезно. По-убогому как-то сделали, реально. Так, заводим. Поехали на заправку. Во. Так, сейчас давай посмотрим. Заправочка у нас. Ближайшая это... Это вот сюда. Интересно, вот с этим радиатором-то, там же, по-моему, не знаю, можно, не можно это, его несколько раз подряд чинить. Если каждый раз там чуть проехал, починил, да, ну, даже если он не требует ремонта, можно так это, очки фармить, каждый раз по 250 очков-то. Ну, прикольно будет. Да-да, с топливом проблемы уже сигнализирует. До заправки ехать чуть больше 30 миль. Ну, блин, я надеюсь, я не заглохну. Не хотелось бы... Вот здесь потише надо, здесь можно удариться вот здесь вот. Опа. Не знаю, хватит, не хватит. В любой момент могу заглохнуть, потому что там на донышке, можно сказать. Я смотрел по свою модель, вот этой, на которой я сейчас работаю, да. В общем, 200 галлонов у нее вместимость. 200 галлонов. Там есть похожие модели, они там идут с припиской, уже другая буква. Опять дождик начинается. И там уже бак есть и на 300 галлонов там. И может даже еще больше. Но моя модель, она такая самая не очень, скажем так, по вместимости. Блин, что? Перекрутил. Чуть знак не снес. Давай-давай, еще вон заправка. Чуть-чуть остается. Сейчас где-то, значит, сколько? 180 залью. А, я вижу, что я проехал. Блин, я так подъехал, что я с той стороны не смог вылезти. Серьезно? Да, вроде...
Ну да, не очень. А с этой стороны я не дотянусь. Но с этой зато дотянусь. В принципе, да. Да, смогу поставить. Давай-ка. Выставим 180 галлонов сейчас. Почти полный бак зальем просто. На 700, ну почти на 800 долларов. О, смотри, полицейские стоят. Ничего себе. А я не видел их никогда. Серьезно? Ничего себе. Покрышка. Сейчас давай покрышку посмотрим. 179 галлонов залито. Так, покрышка не требует ремонта. Отлично. Пошли подойдем к ним, посмотрим. А у них мигалка включена. Они там вообще есть или так чисто? А их нету. Ну, может быть, он это... прижучило ему, он в толчок побежал, он под елки. Сигнальные эти-то горят, а их самих нету. За пончиками, наверное, пошли где-нибудь. В магазине где-нибудь за пончиками ушли. Время-то у нас вечер уже. Короче, взял заказ на вывоз отходов. Поехали. Небольшой такой, по цене 6000. Мы поедем вроде туда, куда я еще не ездил. Мы поедем, получается, в ночь. Хотя нет, я приеду нам туда к ночи, как раз я только приеду. Ночь отосплю уже, наверное, там, на месте выгрузки. И уже на утро можно будет новый заказ взять. Как-то так. Опа, а что у вас тут? А у них тут авария. Вы серьезно, что ли? Вы там разобраться не можете? Погоди, мне... Я вот здесь проеду. Или нет? Мне куда-то в ту сторону, но не факт, что именно. Мне вообще-то надо вот здесь проехать. Показано, что сюда. Алло, вы что тут стоите? Наркоманы, вы что тут? Разъезжайтесь давайте. Так, мне туда дальше надо проехать. Здесь они мне заблокировали все. Придется нам сейчас там их объехать. Смотри, они это, что-то упрямые, что-то там разборки у них какие-то, они не хотят разъезжаться. Что-то спорят там. Поехали, объедем просто. Некогда тут их. Дождик пошел. О, я... Я ничего себе, эти включил. О, я и не знал даже. Я, видите, слева и справа в верхних углах я включил эти зеркала. Пока они там стоят, я тут выскочу. О, а тут машины перевернутые. Что тут произошло-то? Жесть какая-то. Аварии какие-то кругом.
Так, вывоз мусора, да? Но я его пока не вижу, этот мусор. Смотри, какой-то супермаркет даже. Это вот это у нас менеджер. Отходы. Ну давай, это отходы, это не мусор, это какие-то отходы. Вон там, да, отходы. Сейчас заберем. Слушай, погоди. Тут прямо это, супермаркет какой-то. Смотри, тут канистры различные, да, тут инструмент. Льняная ткань. Чехол для радиатора. Воздушный фильтр. Воздушный фильтр у меня где-то там был, но с собой у меня его нету, поэтому возьму на всякий случай. Тут у нас холодильник с напитками, да? С мясом, холодильник с мясом. Ножки. Смотри, есть лосось, рыбка, да? Давай возьмем. И ножки большого краба, что ли? Да, сами. Потом приготовлю, обязательно поедим. Паёк чили с фальсолью. Блин, тут столько всего. Столько всего. Это пайки. Очень много разных пайков. Так, вода. Вода. Соки, энергетический напиток. Вот я возьму энергетический напиток. Все, ладно, погнали. По сути, заехал на какую-то базу, а тут у них магазин какой-то суперский сразу. Вот так вот. А так сразу и не узнаешь. Так, значит, смотри, ножки и это сюда убираю. Супы все пока оставляю. Надо будет у этого 9 дней еще. Не-не, убери, убери. Поехали. Цепляться. Так. Где он? Там он у нас. Блин, я его не вижу даже в зеркало. Где он там? Чуть забор не снес. Везем мусор. Там, кстати, куда я повезу, там вообще какая-то пустыня, судя по всему, не знаю. Может быть, может так и есть, кто его знает. Так, давай цепляем вот эти все разъемы. Это, как обычно, весь искрит, судя по звуку. Ага, прямо слышно. Прямо разряд. Это, как обычно, спокойненько. Все, отлично. Да, скоро осень. Остается по времени-то что-то. Не знаю, еще дня 2-3, наверное, и осень наступит. А листва будет лететь, наверное. Дожди. Дожди еще больше будет. Погода уже минусовая будет, наверное. К нулю ближе. Кстати, вот теперь из этих фар, они на V у нас включены. О, можно вот такие сделать. На V английскую. Я не вижу груз. Ну ладно, иногда можно их включать. Вот так вот. Хоть немного, но видно.
Так, ребята, по поводу графики. Вы у меня спрашивали, какие у меня настройки выставлены. Короче, смотрите. Если мы про графические настройки, у меня выставлены эпические. Все, все по эпику выставлено. Эпические. Кстати, гостиница с левой стороны. Так, сколько нам ехать вообще? 350 миль. 350 миль, ну это не так уж и много, 350 миль. Хотя показано 7 часов ехать, но... Блин, стой! Проскочил поворот. Миль, это в принципе недолго ехать. Стараюсь как можно быстрее доехать. Нам дают за это, для этого 7,5 часов. Ну и вообще я хочу к ночи успеть приехать, чтобы выспаться и уже на утро взять новый груз. Скоро будем возить уже серьезные, уже такие, ну, поинтереснее заказы. У Смена погоды резко сменилась, как туман, да? Сразу. Неожиданно. Блин, там справа машина, грузовик ехал. Я уж думал, он сейчас в бочину влетит. Так, вот здесь вот спуск неприятный. Здесь нужно осторожно здесь. Это тот самый спуск, когда меня в первой или во второй серии также подкинуло. И вот сейчас снова это было. Я смотрю на груз. Пока нормально. 100%. Но меня подкинуло. Грузовик подкинуло. Видать, сам прицеп остался нормально на колесах. То ли в этом районе только меня подкидывает, потому что не знаю, почему здесь исправить это не могут, либо это вообще невозможно исправить. Встречка, проходим. Обгонял тут грузовик. Блин, фу-ху-ху, тут я сейчас тоже маху дал. Пикап поворачивал налево, а я как раз проезжал в этот момент. Да, это я сейчас, конечно, маху дал. Он мог мне в бочину просто. Или я бы его снес. Знаков очень много перебегающих животных, но пока еще ни одного не видел, чтобы перебегал. А вообще они тут перебегают. Если у кого-то ребята перебегали, напишите. Просто интересно. Есть тут такие животные, которые переходят дорогу? Я вот здесь видел оленей и медведя. Но они как бы дорогу не переходили. Паслись, можно сказать. А, бизонов видел тоже.
Заправка. Заправка мне не нужна. Так, у нас здесь поворот, на котором в тот раз я цепанул прицепом. Но сейчас нормально. Ну, вот здесь сейчас хорошо еду по этой дороге. Она вообще пустая, и поворотов практически нет. Ну, если они есть, конечно, они плавные. И нет никого. То есть можно лететь на большой скорости. Никого нет. Опачки, стой. Выходим и смотрим. Ребята, олень, Олежка на дороге, вон он. Олень на дороге. Вот так вот. Он не боится. Вон они, целые стадо. То есть вот так вот он на дорогу может выйти, и ты такой летишь. И хлобысь! И остались одни рожки и ножки. Вот он. Грузовик едет. Давай посмотрим, что будет. На капот посадит. Ты что творишь, Вот зараза-то, а? То есть он в меня въехал, и меня штрафанули, а я-то тут при чем? Что, совсем, что ли? Вылезай, я тебе говорю, вылезай! Слышь? Это что было? Вылезай, или я монтировку достану. Блин, обалдеть. Ладно, поехали. А тут у меня тут сейчас что-то это... Какая-то мистика начинается тут. Груз, ну груз показан, что 100%, хотя он мне в бочину въехал. И меня еще и штрафанули, что ли? Я вот пропустил, кого штрафанули, его или меня? Если меня, то это непорядок. Меня-то за что? За то, что я стоял на дороге? Вот так вот олени выходят. Или он так заспавнился, или он вышел. Но он не боится. Вот это тоже немножко не очень. Так, время 8 часов вечера. Летим. Остается 200 миль остается ехать. Здесь они что-то почему-то по правой обочине, блин, то есть не будет никуда поворачивать. Нет. Здесь пикап. О, елка упала. Все, я теперь понял, почему я второй раз проехал и не заметил елку. Знаете почему? Потому что она упала не на саму дорогу, а вдоль дороги легла. Там елка лежала вдоль дороги. Но они, кстати, поздновато сообщают об этом. Потому что я уже до елки доехал, а они только сообщают. Типа, повнимательнее, елка где-то, да, там лежит. Блин, вот эта надпись теперь. За что елка упала, она теперь... Висит и не пропадает. Теперь, походу, она пропадет после перезахода. Потому что она вообще не пропадает.
Тут прямо все принципиально налево поворачивают. Да, смотри, вот эта надпись, она так и висит, упавшее дерево. Не пропадает. Ну, видать, какой-то баг с надписью. По идее, сообщение должно пропасть, а оно висит. Так, ехать 140 миль остается. И впереди трафик. Две машины пока, или три даже. Три машины. Идем на обгон. Тут вроде более или менее прямая. Время 9 вечера. Слева бизона, ферма бизония. И встречка идет. Успею? Успею. Здесь приятная дорога, удобно обгонять. Да, сейчас мост проезжаем, тут прям какой-то трафик на мосту. Идем на нарушение через двойную сплошную. Встречка. Так, ну немного остается проехать. Что тут уже, я смотрю, цивилизация. Так, здесь направо сейчас уходить. Давай, пока он едет, он сейчас нас пропустит. Блин, я думал, он чуть-чуть притормозит, но он не хотел трансформировать. Остается ехать 30 миль. Тут еще, кстати, магазин справа. Большой такой супермаркет какой-то. Хорош тут райончик. Тут магазины такие большие. Так, а я вот в этой стороне, по-моему, не ездил еще. Не помню.
Чуть-чуть остается. Ну, я вовремя приезжаю. Даже с большим опережением, на 3 с лишним часа раньше. Так, и где-то здесь у нас парковка. А, это место, куда я уже приезжал. Вот оно. Да-да-да. Я сюда уже приезжал. Где у меня были проблемы с грузом. Поехали, припаркуемся задом, возьмем... А задом это как раз у нас... Вон та. Да, сейчас задом припаркуюсь, надо взять бонус дополнительный. Вот эта надпись, она теперь не пропадет, пока я не перезайду. Ладно. Мы уже приехали. Тихо, тихо. Сейчас как раз я вовремя приехал. Время 11 почти. Сейчас вовремя ляжем спать. И уже утром поедем. Возьмем заказ новый. Здорово. Бонус 600, да. Итого мы получаем общее 6600. Отлично. Так. Ну, давай посмотрим, сколько у нас. Сейчас у нас на счету 33 тысячи. И знаешь, я что хочу проверить все-таки? Уровень механика, если сейчас еще раз влезть в это. Потому что если это баг, то можно воспользоваться и прокачать полностью вот эти все вещи.